Здравствуйте. Я расскажу про некоторые абстрактные абстракции формальной философии. Я расскажу про фильтры и ультрафильтры. Понятно, что такое почтенное определение, которое используется в разных абстрактных разделах математики, в основном в топологии, в теории моделей. Есть ряд знаменитых теорем, связанных с этими понятиями. Теорема Лося, не подумайте ничего плохого, ученик Тарского, польский логик, теорема Стоуна, представление, теорема Гальбата-Томасона и другие. Я хочу показать, что это понятие полезно также и для некоторых разделов формальной философии. Значит, что такое фильтр и ультрафильтр? Значит, фильтром мы будем называть не пустое семейство подмножеств, которое будет замкнуто по пересечению конечному, замкнуто по надмножеству, и в котором не лежит пустое множество. Ну, тут есть некоторые терминологические разногласия, есть немножко другая традиция, которая вот это будет называть собственным фильтром. Значит, давайте еще раз зафиксируем, что нам нужно. У нас есть некоторое семейство подмножеств. Мы говорим, что оно само все не пустое, пустое множество там не лежит. Если есть два множества в этом фильтре, то их пересечение тоже лежит в фильтре. И если есть надмножество, то оно тоже лежит в фильтре. Значит, ультрафильтром будет называться такой фильтр, который максимален. Здесь несколько вариантов эквивалентных определений. Ну, во-первых, не существует фильтра, который расширяет данные, да, его нельзя пополнить. Во-вторых, эквивалентное определение, мы берем множество его дополнения, ну, дополнение имеется в виду и что-то из множества или дополнения должно лежать в фильтре. Либо неожиданно вот такое свойство, называется оно простотой, тоже будет эквивалентно, если у нас есть объединение, да, то либо x, либо y лежит в фильтре. Ну, похожая конструкция есть для максимально непротивирующих множеств. Примерно так же доказывается эквивалентность этих определений. Вот. Ну, давайте рассмотрим пример, чтобы чуть более интуитивно понятно было, о чем мы говорим. Значит, вот у нас подмножество, множество состоящих из четырех элементов. То, что темно-зеленое, это фильтр. Да, мы видим, что... Ну, во-первых, здесь не лежит пустое множество, да, он замкнут по надмножествам, да, все, что лежит сверху, тоже зелененькое, вот, ну, и замкнут по пересечению, да, если мы два множества в середине пересечем, вот, но это не ультрафильтр, да, он не является максимальным, его можно пополнить. Если мы посмотрим на все, что закрашено зеленым, либо светло-зеленым, либо темным-зеленым, это ультрафильтр, да, он делит наше множество подмножество ровно пополам, да, и нужно проверить, что либо множество, либо дополнение, да, оно будет покрашено зеленым. Вот, если посмотреть на этот пример, то кажется, да, что фильтры – это надмножество некоторого множества, да, на ультрафильтр – это надмножество синглитона, да. Но интересно, что не все фильтры такие. Значит, фильтры, которые являются надмножествами, некоторые множества будут называться главными, ну, если мы имеем дело не просто с множеством, а с одноэлементным множеством, то мы будем говорить про главный ультрафильтр. Вот. И в конечных множествах все фильтры такие. Все фильтры главные, если мы говорим про конечные множества. Но бывают не главные ультрафильтры. Это достаточно интуитивно непонятная вещь. В качестве классического примера рассмотрим так называемый фильтр Фреше. Возьмем все подмножества натуральных чисел и выделим, да, из них коконечные подмножества, то есть такие подмножества, дополнение которых конечно. Ну, например, там все числа, кроме единицы, или все числа, кроме двух и трех. Если аккуратненько проверить, да, замкнутость по пересечению, по надмножествам, то заметим, что вот такой фильтр, состоящий из коконечных, такая конструкция из коконечных подмножеств, она будет фильтром. Оказывается, что ее можно дополнить, да, этот фильтр можно дополнить до ультрафильтра, но эта конструкция такая неконструктивная, да, она будет опираться на лемму Цорна. Вот, и по этому поводу иногда в учебниках пишут вот такое, у меня вот цитата из учебника Вербицкого по топологии, да, что понятие ультрафильтра парадоксально. Вот, и, значит, если вам не нравится это понятие, пролистайте, не смотрите этот раздел. Вот, значит, нам для тех философских вещей, которые я буду обсуждать, понадобится не главный ультрафильтр, поэтому здесь существенно, да, что у нас есть вот такие экзотические конструкции. Ну вот в качестве примера, ну, достаточно простого применения
ультрафильтров в модальной логике, да, можем посмотреть на ультрарасширение. Значит, что мы делаем? Значит, мы берем модель Крипке, мы в качестве миров берем все ультрафильтры над мирами базовой модели. Дальше нам нужно определить вот такое отношение. Значит, R от X – это просто миры, достижимость данного, а box от X в данном случае будет такой операцией. То есть мы берем множество, да, множество миров, возвращаем множество миров. То есть в данном случае это такой не модальный оператор, такой алгебраический оператор. Значит, что мы делаем? Мы берем такие Y, что все миры, которые видны, да, тут Y должно быть, да, все миры, которые видны из Y, они лежат в X. То есть такую внутренность множества берем. Вот, и дальше здесь очень похоже на определение канонической достижимости. Мы будем говорить, что из альфа достижим бета, да, если для любого такого множества, если бокс X лежит в альфа, то X лежит в бета. Вот, ну, оценка тут канонически определяется, да, мы будем говорить, что, значит, в мире альфа истина P, если P лежит в альфа, как, значит, при канонической оценке. Вот, значит, зачем такая конструкция понадобится? Оказывается, что бывает странная вещь. Бывает, что мы рассматриваем достаточно простое свойство, вот такое, и оно оказывается в модали невыразимым. То есть мы не можем подобрать модальную формулу, да, которая бы соответствовала такому простому свойству шкалы. Ну, например, если мы возьмем какое-нибудь другое простое свойство, там, и рефлексивность, почему она модально невыразима, ну, мы возьмем поморфный образ, например. Так вот, оказывается, что вот классических простых конструкций, не связанных с сумм, порожденных под шкал, поморфных образов недостаточно, чтобы, да, описать те классы, которые модально определимы. Вот, например, вот это простое свойство, оно будет замкнуто, этот класс будет замкнут и по несвязанным суммам, и по подшкалам, и по взятию поморфного образа, но оно, его дополнение не будет замкнуто по ультрарасширениям. Почему? Вот возьмем ультрарасширение вот такой шкалы, где миры будут соответствовать натуральным числам, достижимость будет пониматься как строго меньше. Если мы возьмем ультрарасширение, у нас получится следующая шкала. У нас такой чупа-чупс получится. У нас получится сначала прямая, да, из натуральных чисел, а после нее у нас будет кластер, состоящий из всех неглавных ультрафильтров. Вот. То есть у нас в модели, да, появляется нечто дополнительное, чего изначально не было. Ну, почему у нас будет прямая? Потому что если мир видит другой, если X видит Y, да, то главный ультрафильтр над X, он будет видеть главный ультрафильтр над Y. То есть ультрафильтры будут, главные, они будут просто изоморфны мирам, а вот неглавные ультрафильтры будут что-то добавлять. Так вот, понятно, что, да, если у нас есть справа от всех чисел кластер чисел, вот таких обобщенных, которые видят друг друга, да, что эта форма будет верна. Вот. Но она должна антисохраняться по взятию ультрарасширения. Ну, понятно, что на шкале из натуральных чисел, да, она не будет верна. Вот, такая теорема Гальбата-Томаса. Вот. Но я хочу перейти, собственно, к формальным философским примерам. Начну я с такой философской загадки. Угадайте книгу. Значит, книга интересна тем, что на странице 162 излагается философия Сартра, достаточно аутентично, бытие для себя, другой, да, ничего не предвещало. Когда мы перелистываем страничку, там, опа, возникает, о, да, да, премия, да, дайте человеку премию. Да, это книжка Васюкова, она называется «Формальная феноменология». Я помню, она мне взорвала мозг, потому что непонятно, как устроен сам дискурс. Сначала вот такое, да, у тебя одно полушарие работает, ты как бы настроился думать про другого, про бытие для себя, ну ладно, бывает. Потом на тебе ультрафильтр, причем там определение, по-моему, нигде не дается. Предполагается, что читатель и Сартр понимает, и ультрафильтр знает. Ну, насколько я понимаю, риторический ход – это такой троллинг, да, типа я вашего Сартра понимаю, да, а вы мой ультрафильтр нет. Да, ну и там много чего интересного. Я, честно говоря, я первый раз ее читал где-то, когда учился. Я помню, Григорий Константинович рассказывал, что вот нашел я Васюкова, там написано про ультрафильтры, но про Сартра непонятно почему. Я до сих пор не понял, при чем тут ультрафильтры. Вот. Ну и такой экзотический пример, да, в каком-то смысле даже анекдотический. Вот. Я хочу сосредоточиться на двух классических
аргументах, в которых скрыты ультрафильтры. То есть оригинальной формулировки там никаких ультрафильтров не было, но эти результаты, эти аргументы можно переформулировать через ультрафильтры. Более того, можно задать некоторые новые вопросы такой ультрафильтровой формулировки, которые в оригинальной формулировке не видны. Это теорема Эру про социальный выбор и онтологический аргумент Гёделя, доказывающий в модальной логике существование Бога. Начнем теорему Эру. Ну, я так буду импрессионистически излагать широкими мазками. Значит, теорема Эру утверждает примерно следующее. У нас есть три кандидата, число избирателей больше двух, но конечно, то у нас несовместимы следующие условия. Да, нельзя, чтобы функция коллективного выбора обладала свойством Паретта, ну, то есть свойством единодушия. Да, если каждый агент предпочитает XY, то вся группа должна предпочитать XY, вполне рациональное свойство. Свойство независимости альтернатив, да, если мы добавляем нового кандидата, то это не должно, да, влиять на результат, если предпочтения между X и Y не искажаются при этом. И функция не должна быть диктаторской, то есть не должно быть решающего избирателя такого, что его решение является одновременно решением группы. Значит, вокруг теоремы Эру, как и любых других теорем о невозможности, очень много спекуляций, да, часто в какой-то популярной литературе можно там встретить формулировки, что там Эру доказал, что только диктатура – это хорошо и так далее. Здесь нужно быть осторожным. Да? С одной стороны, у нас есть некоторая теорема про коллективный выбор, да, с другой стороны, есть некоторые социально-философские интерпретации. Вот, значит, важную роль в доказательстве играет решающая коалиция. Мы будем называть множество избирателей решающей коалиции. Если имеет место такая закономерность, да, если вся группа А предпочитает XY, а при этом все остальные агенты предпочитают YX, то решение всей большой группы будет совпадать с решением этой коалиции. Вот. В теореме Эру ключевую роль играет эта концепция. Так вот, оказывается, что если мы соберем все решающие коалиции, у нас получится ультрафильтр. Значит, Паретто будет использоваться в доказательстве замкнутости по пересечению, независимость и транзитивность. Да, значит, в теореме Эру, а там я не прописал все условия, там еще важно, что предпочтения избирателей индивидуальны, они транзитивны. Вот, значит, транзитивность будет влиять на доказательство замкнутости по надмножествам. Вот, и пара это тоже нужно будет для того, чтобы у нас был не просто фильтр, а ультрафильтр, что коалиция или дополнение будет решающей. Так вот, следующий ход здесь следующий. Следующий ход здесь такой. Поскольку у нас множество избирателей конечно, да, ну, мы моделируем, да, некоторые социальные процессы, логично предположить, что избиратели конечны, но население Земли конечно, то мы можем сослаться вот на такой факт из теории ультрафильтров. В конечных множествах все ультрафильтры главные. Да, то есть у нас есть некоторый синглитон, да, такой, что он является базой ультрафильтра. Да. Ультрафильтр состоит из его надмножеств. Соответственно, получается, да, что из доказательство того, что коалиция решающая будет ультрафильтром и утверждение о том, что количество избирателей конечно, да, получится, что у нас найдется синглитон, а значит диктатор. Да, вот такая, значит, красивая переформировка теоремы Эру. Впервые это было замечено, насколько я помню, в статье Фишберна. Там явно ультрафильтры не использовались, но была такая поправка к теореме Эру о том, что если у нас бесконечное число избирателей, да, то тогда ограничение Эру не работает. Ну, тут много вопросов социально-философского характера. Кто эти избиратели, кто у нас голосует? Числа, да, атомы, монады, не совсем понятно. Вот, то есть математический результат есть, а вот с интерпретацией тут есть, значит, некоторые проблемы. И вообще, давайте представим себе этот неглавный ультрафильтр, состоящий из решающих коалиций, не очень абстрактно, непонятно, что происходит. Вот, значит, и второй сюжет связан совсем другой областью, с метафизикой, да, знаменитый онтологический аргумент Гёделя. Здесь, как ни странно, да, тоже используется ультрафильтр, тоже неявно. Гёдель, ну, вряд ли Гёдель не знал про ультрафильтр, но явно здесь он не используется. Значит, давайте посмотрим на определение. Ну, здесь просто синтаксические сокращения. Значит, у Гёделя используется неопределяемое понятие позитивного свойства. Через него, как сокращение, вводится следующее понятие. Во-первых,
собственно, самое главное, предикат быть Богом, да, божественность. G от X, что это такое? Значит, по определению мы говорим, что X обладает этим предикатом, если для любого свойства, которое является позитивным, да, в данном случае позитивность – это свойство-свойство, да, второпорядковое свойство. Вот, если любое позитивное свойство ему присуще. Да, ну, классическое такое определение Бога как абсолюта. Да, объект, который обладает всеми позитивными свойствами. Дальше Гёдель использует вот такое отношение, да, между свойством и объектом. Имеется в виду следующее. X обладает свойством S существенно. То есть S – это некоторая сущностная характеристика X. Здесь написано следующее. Во-первых, X обладает свойством S. Этого у Гёделя, вот этого левого конъюнкта изначально не было. Его добавил Дана Скотт. Ну, иначе у нас получится, да, значит, некоторая проблема вот здесь. У нас будет антицедент пустой, ну и получается, что пустое свойство будет присуще. Вот, значит, во-первых, x обладает s, во-вторых, любое другое свойство, которое присуще x, оно является необходимым следствием, да, я бы так сказал. То есть необходимо, что для любого y, который обладает s, он обладает p. Да, то есть s вынуждает p, можно так сказать. Ну, можно для вот этого отношения вынуждения, фундирования, там, ввести какое-то еще отдельное обозначение. Вот, и дальше третье сокращение – это существование как предикат. Вопреки Канту, да, здесь у нас существование предикат, причем здесь имеется в виду такое необходимое существование. Да, мы будем говорить, что x необходимо существует – это свойство, да, это, ну, то есть понятие, да, формула с параметром. Если для любого свойства, которое ему присуще существенно, да, это свойство, ну, я бы сказал так, оно необходимо экземплифицируется. Да? То есть во всех возможных мирах найдется экземпляр, да, который этим свойством обладает. Вот. То есть необходимое существование – это не просто, да, наличие объекта в нашем действительном мире, утверждение о том, что все сущностные свойства данного объекта, они экземплифицируются во всех возможных мирах. Вот такая здесь метафизика. Вот, значит, пару слов про то, что такое позитивное свойство. Да, ну, Гёдель, я тут цитирую Фитинга, он вот такую характеристику дает. То есть одновременно позитивное значит что-то позитивное в моральном смысле, эстетическом, и одновременно что-то про, вот, про атрибуцию, да, что-то, что, значит, противоположно, да, отсутствию, скажем так. Ну, то есть здесь такие две интерпретации, классическая, аксиологическая, да, понимающая позитивность как совершенство. Ну, мне кажется, она менее интересная, потому что тогда гёдельский аргумент будет очень похож на цельновский. Вот. Вторая, такая метафизическая, онтологическая, мы будем понимать позитивность как присутствие, как, да, наполненность. Ну, в общем, я тут начинаю говорить слова, которые невозможны на конференции по аналитической философии. Вот. Но мне кажется, что здесь вот важна скорее вторая интуиция, она здесь более интересная. Вот. Но теперь аксиомы. Гёдель 5 аксиом. Первое. Ну, давайте переведем на русский язык. Да. Здесь говорится следующее. Если свойство позитивно, свойство S, и оно влечет Q с необходимостью, да, то есть необходимо, что любой объект, который обладает S, он обладает Q, тогда свойство Q тоже позитивно. Да. То есть, ну, что-то здесь про замкнутость, про надносительность. Да. Вот. Во-вторых, если свойство не позитивно, то позитивно его отрицание. Здесь, конечно, есть вопросы. То есть получается, что у нас нет никакой индифферентности относительно свойства. То есть теплый борщ, не теплый борщ, да, мы не можем сказать, что индифферентно. У нас обязательно что-то из этого позитивно. Вот. Дальше. Божественность позитивна. Ну, божественность, я напоминаю, это сокращение, да, для свойства, которое приписывает все позитивные качества. Дальше. Если свойство позитивно, оно с необходимостью позитивно. И существование тоже позитивно. Вот. Значит, дальше, как работает гёдельский аргумент. Значит, мы должны доказать ряд лем. Первое. Если свойство позитивно, то оно возможно экземплифицируется. Да? То есть у нас в возможном мире найдется объект, да, который свойством обладает. Дальше мы выводим, что возможно, что существует Бог. Да? Вот здесь как раз у нас переход от понятия, да, к утверждению о существовании. Пока только о возможности существования, но мы видим, что действительно это аргумент онтологический. Мы от понятия переходим к утверждению существования.
Дальше мы говорим, что божественность влечет следующее, да, что эквивалентно позитивное свойство его божественности, да, такая, ну, что-то вроде неподвижной точки. Дальше мы говорим, что, значит, божественность – это существенное свойство, и говорим, что божественность влечет необходимость существования. Если Бог существует, то существует с необходимостью. Это, значит, следствие наших аксиом. И дальше аргумент выглядит примерно так. Да, значит, мы начинаем с такой леммы, что божественность влечет необходимость существования. Ну, дальше тут немножко логика предикатов. Да? Ну, связываем параметр x квантором, да, по правилу генерализации. Вот. Дальше мы вносим всеобщность внутрь импликации. Да? Ну, мы помним, что у нас тогда всеобщность превращается в существование. Да? Ну, дальше можем там переменную переименовать. Ну, просто y меняю на x, просто для красоты. Дальше 4 с 5 мы просто навешиваем ромб по монотонности. То есть здесь еще важно посмотреть, какая именно модальная логика здесь используется. Ну вот, чтобы к 4-му, 5-му перейти, нам достаточно логики k. Вот. А вот чтобы перейти от 5 к 6, нам нужна уже логика, да, s5. Вот, то есть у Гёделя существенно, какая именно модальная логика используется. Ну то есть, грубо говоря, в логике k мы можем доказать, что Бог, возможно, необходимо существует. Да, в логике B, КБ, докажем, что Бог существует, а вот в S5 мы докажем, что Бог с необходимостью существует. То есть вот этот кусочек про модальной логики, он вот будет только здесь использоваться. Все остальное нам докажет вот ромбик квадратик. Вот. Собственно, где здесь ультрафильтр? На самом деле, если мы внимательно посмотрим на позитивные свойства, то здесь, ну, не так явно, как у Arrow, да, потому что здесь речь не просто про множество, и, значит, не просто про свойства, там еще бокс где-то навешен. Но если посмотреть, у нас получится, что множество позитивных свойств является ультрафильтром. Ну, оно замкнуто по надмножествам, да, у нас про это была аксиома, ну, почти про это, там еще был бокс. Оно замкнуто по пересечению, это лемма. Ну и понятно, что непозитивность пустого свойства, да, тоже будет вводиться. Вот здесь, мне кажется, важно задаться вот таким вопросом. А какой ультрафильтр? Да, значит, множество позитивных свойств ультрафильтра. Ну или можно сказать, что по Гёделю Бог, да, это ультрафильтр множества позитивных свойств. Как бы страшно это ни звучало. Если задаться вопросом, является этот ультрафильтр главный, мне кажется, здесь можем получить две такие разные концепции Бога. Значит, я воспользуюсь вот таким критерием главного ультрафильтра. Ультрафильтр будет главным, если мы возьмем все пересечения его элементов, то есть будет бесконечное пересечение, и спросим, лежит ли оно в фильтре. Да, то есть поскольку у нас при фильтре речь идет только про конечные пересечения, для главного нам нужны вообще любые пересечения. Вот. Из аксиом Гёделя никак не следует главность, то здесь, возможно, две интерпретации. Ну, здесь вопрос историко-философский, потому что Гёдель изначально говорил явно про пересечения, потом Дана Скотт переформулировал это немножечко в другие аксиомы, в которых пересечений не было. Вот Фитинг, например, говорит, что у Гёделя возможны бесконечные пересечения. Это вопрос. Вот. Но если мы зададимся вопросом про главность этого ультрафильтра, здесь такие две концепции. Если наш ультрафильтр главный, тогда должно найти свойство, которое определяет все остальные. Должен найти, да, спасибо большое. Должен найти элемент, да, такой, что все его надмножества тоже позитивны. Что это за свойство? Да, такое главное свойство, которое определяет божественность. Может ли быть это сама божественность? Тут, мне кажется, будет некоторый круг. Да, потому что божественность более сложное свойство, да, чем те базовые свойства, про которые мы квантифицируем. Вот. Если нет, то еще более интересная картина. У нас получится, что позитивные свойства являются не главным ультрафильтром, то есть у нас не будет некоторой базы. И получится, что если мы возьмем вообще все позитивные свойства, возьмем бесконечную конъюнкцию, это свойство не будет позитивным. Мне кажется, здесь Гёдель продолжает линию Лейбница. Ну, Гёдель, собственно, так и хотел, Лейбниц его любимый философ. В том смысле, что здесь какой-то оттенок лучшего из возможных миров, теодице и так далее. То есть есть какое-то логическое ограничение на то, чтобы совмещать одновременно все позитивные свойства. Именно бесконечные. Да? С конечными проблем нет. Да, то есть у нас какие-то конечные фрагменты позитивных свойств сочетаются, но все сразу позитивные свойства невозможно.
их невозможно сочетать. Это не обязательно что-то хорошее. Вот мне кажется, в этом есть продолжение такой лейбницкой линии. Ну, опять же, это такие, скорее уже фантазии на формальные темы, чем какой-то четкий, ясный аргумент. Значит, какие здесь выводы? Ну, во-первых, значит, не устану я повторять фрейдовскую метафору про глаз и микроскоп. Да, во-первых, мы, если будем пользоваться какими-то формальными методами, мы можем увидеть нечто новое, да, чем просто будем пользоваться голыми руками, просто следить за нашими интуициями. Да? То есть изнутри теологии мы вряд ли придем к вопросу о том, является ли Бог главным ультрафильтром или нет. Вот. Значит, чем вообще полезны абстракции? Мы можем увидеть общее в разных аргументах. Я ни в коем случае не имею в виду, что есть какая-то связь между Богом и диктатором. Я имею в виду, что у нас есть и в аргументе Гёделя, и в аргументе Эру, да, некоторый фрагмент, да, который является общематематическим, который можем вынести в некоторое отдельное доказательство, а потом на него ссылаться. Он, конечно, достаточно абстрактный и сложный, но если мы так сделаем, мы доказательство сильно упростим. Ну, в случае Эру, да, если мы на аутсорс отдадим это доказательство про то, что в конечных множествах все фильтры главные, то его теорема становится гораздо более простой, если мы особенно это сравним с оригинальной формулировкой Эра, у которой уж очень алгебраическая. Во-вторых, формальные инструменты – это такой источник для новых интуиций. Да? Мы можем задаваться новыми вопросами, да, для которых мы можем не дойти, да, если мы базируемся исключительно на нашей такой обыденной интуиции, которая не видит того, что можно рассмотреть под микроскоп. Вот, на этом у меня все. Спасибо.